Права собственников земельных участков, в том числе многодетных семей в районе Садгорода, должны быть защищены. Соответствующее обращение направлено министру обороны России Сергею Шойгу. Об этом заявил губернатор Олег Кожемяка на встрече с жителями пригорода Владивостока. Встреча была посвящена вопросу спорных земель. Десятки семей в районе Садгорода получили исковые заявления от Министерства обороны России об аннулировании прав собственности на основании документов 1932 года. Исходя из них, земля относится к военному ведомству. Да, мы провели встречу с жителями Садгорода по вопросу установления прав и защиты их интересов в части требований Министерства обороны, значит, на незаконную застройку тех земель, которые принадлежат Министерству обороны с 1932 года. Вот, предварительно и Росреестр, Роскадастр просмотрели документы наше Министерство имущественных отношений. Вот, в 2017 году им были земли переданы именно муниципалитетам на законных основаниях. У кого-то они были приобретены, значит, на аукционных торгах. Там проживают многодетные семьи. В целом эта проблема затрагивает по Садгороду порядка тысячи человек. Там 220 индивидуальных жилых домов, есть многоквартирные дома. Первый шаг уже сделал, установили, узаконили многоквартирные дома, земли под многоквартирные дома. Сейчас этот вопрос, надеюсь, что и министр обороны, мы подготовили к нему обращение, вот, то есть отреагирует на это положительно, потому что сам Сергей Кожугедович всегда выступал именно за то, чтобы поддерживать население, значит, за то, чтобы создавать все нормальные условия. Ну и здесь абсолютно никаких, как говорится, никакой вины со стороны жителей о том, что они получили эти участки, получили законы от муниципалитета, нет.